Хлеб всему голова, хлеб в пути не тягость. Покуда есть хлеб да вода, все не беда. И еще можно назвать множество поговорок и пословиц о роли и важности хлеба. Исторически сложилось, что в России хлеб всегда занимал первое место как продукт питания стратегического значения. Время идет, а ценность хлеба остается. Аютинский хлеб – предприятие, на котором старинные традиции прекрасно сочетаются с современными технологиями производства. Весь цикл производства, начиная от помола муки до упаковки и транспортировки, происходит исключительно по самым высоким стандартам хлебопечения. Но главное – каждый круассан, каждая булочка, каждый батончик сделаны с душой и любовью. На предприятии за десятки лет сформирован большой научный опыт и потенциал. Сегодня это предприятие высокого европейского уровня, оснащенное высокотехнологичным оборудованием ведущих мировых производителей из России, Австрии, Италии, Голландии, Чехии, Германии, Японии, Канады и других стран, которое постоянно обновляется и модернизируется. Все производственные процессы максимально автоматизированы. Требования, предъявляемые к хлебопечению и к качеству ингредиентов, максимально высокие. Отобранное зерно и сопутствующие продукты характеризуются высокими хлебопекарными свойствами. Сырье закупается только у проверенных поставщиков более чем из 35 субъектов Федерации. Цель предприятия – обеспечить высококачественными хлебобулочными изделиями все слои населения любого возраста. Аютинский хлеб выпускает более 50 видов продукции. Ассортимент богат и разнообразен. Ржано-пшеничные сорта хлеба, линейка традиционных хлебобулочных изделий, ремесленных хлебов, а также изделий из слоеного теста, сдоба, булочки, ватрушки, пирожки, сочники. Стоит окунуться в кондитерское море аютинского хлеба, чтобы приятных моментов стало больше. Аютинский хлеб – это и гарант надежного партнерства, основанный на честности и открытости. Предприятие работает с розничными и сетевыми магазинами. Доставка товара не представляет трудностей, поскольку компания имеет собственный автопарк и логистическую службу. География поставок обширна и продолжает расти. Ростовская область, Краснодарский край, Волгоград, Крым, Санкт-Петербург, Москва. А ведь начиналось все с одной точки продаж в поселке Аюта. В далеком 1994 году в помещении бывшего магазина стали выпекать ручным способом формовой хлеб. За свежевыпеченным хлебом приходили жители соседних улиц. Одна небольшая машина развозила продукцию по магазинам поселка. Постепенно хлеб стал появляться и на прилавках города Шахты. Он был пышный, ароматный, с золотистой корочкой. Жители прозвали хлеб аютинским в честь самого поселка и полюбили его за домашний вкус. В то время всего 30 человек трудились над созданием главного продукта каждой семьи. Через 10 лет стали строить новый завод. Здание возвели за 2 года. И весной 2006-го заработало совершенно новое хлебное предприятие. К концу 2014 года была построена еще одна линия завода. А в 2021-м вырос огромный логистический комплекс площадью более 12 тысяч квадратных метров с допустимой ежесуточной оборачиваемостью продукции в 150 тонн. Логистический центр – это важная инновационная ступень развития для компании. Абсолютно новый современный подход в формировании заказов, еще более комфортные условия работы для сотрудников, новейшие офисы, в которых все продумано до мелочей. И существенное значение имеет тот факт, что аютинский хлеб развивает не только собственную логистическую базу, но и выходит на новый уровень, где может оказывать помощь в услугах по доставке продукции и другим компаниям. Развитие не останавливается ни на минуту. Предприятие растет, совершенствуется и модернизируется. Успешно стартовав, компания только набирает обороты. Аютинский хлеб сегодня – это более 100 тонн изготавливаемой продукции в сутки и более 500 тысяч готовых хлебобулочных изделий, более 100 машин собственного автопарка, более чем 900 сотрудников, работающих на предприятии. Добросовестное ведение дела – основополагающий принцип компании.
Поэтому ежегодно аютинский хлеб принимает участие в выставках, ярмарках и является победителем и лауреатом различных конкурсов. Аютинский хлеб – не только вкусное и полезное лакомство, но и поддержка спорта. Предприятие оказывает спонсорскую помощь футбольной команде «Аютинский хлеб», которая ежегодно участвует в чемпионате города. Компания «Аютинский хлеб» принимает участие в организации городских праздников и мероприятий, сотрудничает с рядом общественных и благотворительных организаций, таких как Шахтинский центр помощи детям номер 3, благотворительный фонд «Детская деревня», психоневрологический диспансер города Шахты, благотворительный фонд «Я без мамы», фонд «Ростов без наркотиков», «Союз женщин России» и другие. На предприятии чтят и с уважением относятся к семейным ценностям. Именно поэтому на заводе трудится множество семейных династий. Мы поистине гордимся этим, ведь это значит, что людям нравится работать в большой команде «Аютинского хлеба». Наши сотрудники растут и развиваются не только в рамках хлебопекарного производства, но и как интересные творческие личности. Ведь в команде «Аютинского хлеба» трудятся парапланеристы, дайверы, культуристы и спортсмены, мастера художественной ковки, резьбы по дереву, охотники и рыболовы, музыканты, фотографы, мастера декоративного творчества и многие другие талантливые люди. Мы ценим наш персонал и уважаем их увлечения. Свое мастерство, престиж и надежность «Аютинский хлеб» прочно закрепил на рынке хлебопекарной промышленности благодаря системе качества и безопасности пищевой продукции. Но главное, на предприятии дорожат каждым клиентом и бережно относятся к сотрудничеству. «Аютинский хлеб» — это всегда с душой и любовью.